Come on. Так, где мои снасти? Так, удочка. Я вот сегодня буду ловить на золотистую мормышку. Она меня выручала. Всегда причем. Ну что, стал как этот? Распаковывайся. Так, вот так вот. Нацепил 4 опарыша. Вот таким вот образом. О, была поклевка. Да? Да. Так, глубина у нас где-то 5 метров, наверное. Где-то так. Мелочь. О. Что, покрупнее, что ли? Не, маленький. Ну-ка, что там у нас? Совсем маленький. Очень удобная, крепкая, сорхстекла сделана. Ссылка будет в описании, если что. Вот такой вот коробочке оставлю. Там есть, короче, всякие размеры, цвета. В общем, очень большой выбор. Всем советую. Все мои мормышки, фосфорные, которые, да, есть. Сейчас перехожу на балансир. Вот. Ссылка будет в описании, также под видео. Смотрите цены, заказывайте. В принципе, не так уж и дорого. Ну, а теперь я плавно перешел на мормышку. Также будем ловить на опарыша. Сейчас посмотрим. Во, была поклевка. Большая. У меня щука поломала мормышку. Крючок поломала, вообще без крючка остался. Сейчас буду менять на другую. Такую же, только побольше. Вот на такую поменяю. Шарик. Вот наш сегодняшний улов, небольшой, в принципе, на двоих, мало, конечно, но на жареху мы чуть-чуть взяли, на одну пожарку. Ну вот, дорогие друзья, рыбоходники, мы отловились. В принципе, рыбалка получилась такая легкая, небольшая. Вот, и хочу вам сказать, что у меня скоро будет на канале розыгрыш среди моих подписчиков. Будет предновогодний розыгрыш, но я пока вам не буду говорить, что именно. Так что следите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну и всем счастливо, до следующей рыбалки.